Продолжая серию технических видеосюжетов, затронем тему замены верхнего масляного сальника редуктора SD50 производства Ильмар. Как правило, кроме рекомендаций производителя по замене сальника после отработанных моточасов, еще одной причиной необходимости замены верхнего сальника может быть его выдавливание маслом, перелитым во время проведения стандартного технического обслуживания, в результате чего под двигателем начинает постоянно появляться протекшее из редуктора масло. А вам регулярно придется доливать его в редуктор и чаще обычного контролировать уровень. Вот проваливается. Ну да, давай. Вот мы сняли с подшипника вала крышку. Здесь у нас в этой крышке находится сальник. В общем, нам надо его оттуда выковырить, поставить новый и собрать все обратно. У нас был техник, у которого любимым инструментом был молоток. Он бы этот сальник вытащил за несколько секунд, правда, и от корпуса самого сальника, наверное, бы тоже ничего и не осталось.
Все? Тютелька в тютельку, блин. Вошло.